понедельник в Самарской области ожидается пасмурная погода. Практически везде будет идти дождь. Днем температура будет невысокой, на севере области 4-6 выше 0, в остальных прогреется до 18-20 тепла. Ночью плюс 3, плюс 5. В Сызрани облачно, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью 4 градуса тепла, ветер западного направления 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 13, ночью плюс 4 градуса. Ветер западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, дождь в течение дня. Днем 13 градусов тепла, ночью плюс 3. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.